важно, мне кажется, и то, и другое. Хочется чувствовать себя причастной к общей победе. Очень важно, с каким отношением мы это все делаем. И наша работа должна приносить нам удовольствие. В прошлом году я стала участником президентского клуба. Период обучения в университете, когда победили свои сборные на соревнованиях. Когда от Эллергана мне пришел ответ, что он рад видеть меня в рядах своей команды. Стимулом для ускорения для меня на самом деле всегда является внутреннее чувство победителя. Вы должны четко понимать, ради чего вы это делаете. Решение еще больше задач. Когда ты окружен профессионалами, когда ты окружен вовлеченными людьми, которые стремятся к общей цели, это всегда создает ту атмосферу, в которой ты действительно можешь развиваться, работать и достигать лучших результатов. Для меня самое важное в моей работе – это мои клиенты. Также и поделиться своим уже имеющимся опытом с другими людьми. Я хочу в следующий раз во время циклового со сцены всех поздравить с тем, что мы стали номером один в России. Быть первым, быть победителем, значит брать ответственность на себя. Развиваться каждый день и даже в неудачах видеть возможность для развития.